В небольшом сотейнике я довела до кипения воду, здесь где-то 700-800 миллилитров. Вливаю 2 столовые ложки уксуса. Теперь берем яйцо и разбиваем его в чашечку. Яйца мы не разбиваем прямо в кастрюльку, а сначала в чашечку, а потом аккуратно опускаем в кипящую воду. Размешиваю воду, чтобы по центру получилась воронка. В эту воронку аккуратненько вливаю яйцо. Варить яйцо пашот я буду где-то 3-4 минуты. Готовое яйцо выкладываем на бумажное полотенце. Точно так же поступаем и со следующим яйцом. Ну вот, яйца пашот готовы. Я уже успела поджарить несколько греночек, положить на тарелку салат. И это, в общем-то, как я считаю, идеальный завтрак получается. Сейчас разрежу, покажу вам серединку, какое яйцо получилось внутри. Желточек должен вытекать. Вот так вот, смотрите. Пользуйтесь этим простым рецептом, готовьте себе такие полезные завтраки, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Пока-пока!